На сегодняшний день невозможно, как раньше, как многие говорят, скажем, люди, которые не знают, что такое 10-14 закон, невозможно сегодня двойных продаж. По сути, невозможно. Почему? Потому что любой договор долевого участия по 10-14 закону должен быть зарегистрирован ФРС. И только после регистрации ФРС застройщик имеет право получить первый рубль. Главное, чтобы человек не соблазнялся дешевизной. Вот на нашей практике это происходит постоянно. Гоняясь за дешевой квартирой, дольщики зачастую попадают как бы, вот, именно вот к таким застройщикам, которые просто не могут достроить дом. В городе меньше 70 тысяч рублей за квадратный метр невозможно. В пределах там, кольцевой может быть и в пределах 60-65 тысяч. Вот это цены, на которые нужно ориентироваться. Нет другой альтернативы сегодня, кроме как долевое строительство. Если бы были бы дешевые ресурсы, денежные ресурсы, я говорю о кредитных ресурсах, то застройщики с удовольствием бы строили бы дом за деньги банков и в готовом виде покупки-продажи продавали бы.